Здравствуйте! Сегодня снова с вами Иван Балтиков и Проба Пива. Давненько мы с вами не встречались, не общались. Ну, как-то вот не было такого серьезного повода, да, и обстоятельства у меня кое-какие мешают мне регулярно проводить передачи. Но вот сегодня мне подвернулся вот такой случай. Бутылочка пива от Волковской пивоварни «Солнце не обижается на светлячка». Вот такое пиво, известное по многим обзорам. И некоторые обзорщики отзываются о нем довольно положительно. В принципе, пиво по цене 56 рублей. Пиво это у нас лагер. IBU 35. Другие характеристики. Содержание этилового спирта 5. Вода. Состав вода. Пивоваренный солод, хмелепродукты, гранулированный хмель, каскад, улейк, пивные дрожжи. Вот. Экстрактивность начального сусла 12%. Оформлено в известном стиле волковской пивоварни с волком и фонариком, светлячком. Название, конечно, прикольное. Оформление стандартное, как я уже сказал, волковской пивоварни. Самое главное попробовать содержимое. Что же у нас там приготовили специалисты от МПК? Да, как и обещали, запах пива ощущается хорошо. Это необычный, пустой. Пахнет действительно различными оттенками хмеля. Пену налил. Бутылочка вот такую дала. Сейчас попробуем. Да, чувствуется вкус. Чувствуются оттенки хмелевой горечи. Да, это не простой евролагер, который фактически вода. Да, на мой взгляд, пиво за свою цену довольно недурное. Во всяком случае, гораздо лучше, чем банальные лагера со стандартным пустым вкусом и пустым ароматом. Здесь чувствуются оттенки некой приятной горечи. Довольно приятной горечи. Оттенки запаха. Сейчас мы сболтаем немножко пену, чтобы ушел. В общем, да. Написано Craft Depot. Крафтовый департамент. Ну что ж, можно сказать. По многим отзывам, вот это вот, именно вот этот сорт пива у Волковской пивоварни пока является одним из самых интересных, самых удачных. За свою цену конкурентов к нему я не знаю сильно. В основном все они дороже. За 56 рублей, за которые я купил эту бутылку, я даже не могу ему подобрать что-то такое эквивалентное. Да,
Так что советую, советую, в принципе, неплохое пиво. Можно смело брать. С вами был я, Иван Балтиков. И такая небольшая зарисовка на тему пробы пива. И лагерь от Волжской пивоварни. Солнце не обижается на светлячка. До новых встреч!